Коллекция геолого-минералогического музея НИУ Белгу пополнилась новым экспонатом. Это раковина аммонита с гидростатическими камерами, заполненными разновидностью кальцита – симберцитом. До этого камень хранился в личной коллекции Сергея Миронова. В августе этого года депутат Государственной Думы, руководитель партии «Справедливая Россия» участвовал в заседании круглого стола по вопросам подготовки специалистов в области прикладной геологии и перспективах развития отрасли. Тогда же он пообещал подарить музею один из своих экспонатов. Геолог по образованию Сергей Миронов за 40 лет собрал уникальную коллекцию минералов со всего мира. Раковину аммонита в геолого-минералогический музей передал председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». У каждого желающего теперь есть возможность увидеть этот редкий экземпляр. Хочу сказать слова благодарности и вам лично, и передать благодарность Сергею Михайловичу. Для нас это большая честь. И хочу отметить, что буквально на днях наш университет прошел программу «Большой приоритет 2030», причем прошел и в базовую часть, и в специальную часть. И ключевым проектом нашей программы является развитие третьей миссии. И мне кажется, что очень символично, очень актуально, что третья миссия как раз направлена на формирование среды, на развитие общества. И вот эти экспонаты – это любовь к профессии, это любовь к нашей земле, будет примером для молодых поколений, которые будут становиться нашими студентами. И я уверен, что кто-то из них станет большим профессионалом, добьется больших высот. Спасибо вам.